А, ну мы же это тут ездили. А, мы не тут ездили. Тут нельзя налево. Ну, значит, через вот бульвар. Нам сюда направо или там? Нет, в конце, да? Да, вот. Я надеюсь, там можно вообще повернуть. В Ростове обычно кирпичи ставят при таком ремонте. Чтобы вообще нельзя было повернуть. Его тогда надо было в начале дороги снять. В начале, да. Разгибаться было тяжело, да? Но я считал, что не тренировка. Все долго сутки, потом разгибаешься. А вот сейчас сижу и так тянущая боль отдает в левой стороне. Все, к небу.